Мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Ну, мы знаем, речь их слышим в эфире.